Сегодня глава Чувашии работает в Алатыре. Там подводит итоги социально-экономического развития города за прошлый год. В 2013 году в городе ввели в эксплуатацию более 26 тысяч квадратных метров площади жилья. Как решаются другие задачи в нашем сюжете? Глава Чувашии посетил строительную площадку. Детский сад на 240 мест начали строить в прошлом году. Уже осенью его начнут обживать. В садике будет 12 групп, физкультурные и музыкальные залы, административные помещения. При строительстве используются в основном материалы, которые выпускаются в Чувашии. Например, кирпич привозят из Чебоксар. Финансируется строительство из федерального и республиканского бюджетов. Сейчас в Алатыре в очереди на получение мест в детские сады зарегистрировано 199 детей. Старше 3 лет – 8. Таким образом, в Алатыре снимается проблема нехватки мест в детских садах. Дороги, тротуары, дворы, сам главный проект. Почему? Потому что по линии Монгор такие проекты вели. Детский сад, проблемы снимаем полностью. Потом на час реконструкции находится подготовка проекта стадиона. Ну, дороги – это вот моя мечта, вот честное слово. Познакомился глава с работой завода «Электроприбор». Предприятие – один из ведущих разработчиков и производителей электромагнитных реле слабого тока на территории России и стран СНГ. В 2013 году потребителям отгружено продукции на сумму почти 500 миллионов рублей. На совещании с хозяйственным активом района шла речь о выполнении бюджета и о формировании доходной части казны за счет грамотного управления муниципальным имуществом. Особо шла речь о том, что дало участие «Алатыря» в российской программе развития моногородов. Город «Алатырь» прошел хороший экзамен на правительственном уровне. То есть как моногород среди сотни моногородов Российской Федерации выиграли конкурс и получили, вот начиная с 2010 года, я не беру здесь работников бюджетной сферы, на объекты инфраструктуры, на благоустройство территории 1 миллиард 125 миллионов рублей. Глава Чувашии вручил и заслуженные награды тем, кто вносит большой вклад в развитие малого города. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика.